Ну а сегодня мы будем заниматься монтажом багета для натяжного потолка. Хотел немного показать, как я это делаю. Мы используем вот такие ножницы для резки пластика, очень удобно для зарезки вставки, багета, всего пластикового. Тут есть специальная грань 45 градусов, 90 градусов, очень удобно. Делаем надрез на угловое соединение. Все получается очень ровно и быстренько. Мы приступаем к монтажу. Работаем мы вот таким пистолетом. Это гвоздезабивной пистолет. Очень удобная вещь для потолочников, для электромонтажа, для работы с профилем. Очень быстро и качественно. Видите скорость, да? Очень крутая штука. Единственное, ее нужно понять. Для каждого необходимо понять инструмент, как им пользоваться, как где его настраивать, и у всех все получится.